Батуми – город дождей и загадок. В нем все секреты морской ветер задул в щели домов, оставив туристам сверкающие вывески и лампы. Да, что-то можно расшифровать в разноцветных строчках. В развешанных во дворах рубашках и простынях кроется столько жизни, столько драмы. Однако рассказать об этом могут только сами батумцы, у которых весомая часть жизни протекает на балконах. Балконы существуют отдельно от дома. За балконами дверь и окно. Вокруг улица, небо, ветер. Располагаясь на такой границе, балконы, как мостки чудес, испытывают огромные мистические напряжение. Балконы живые и способны на многое. Загадывать желание можно выходить на балкон, чтобы вернее быть услышанным. И действительно, балконы для чуткой радости, а не для помойки из ненужных печальных вещей, которым нет места в доме, пишет современный русский писатель Денис Осокин. Видимо, батумцы давно об этом знают. Осокин был прав. Люди ждут правильно и неправильно. Если ждать неправильно, то ты превращаешься в птицу. А если правильно, то в балкон. Неправильное ожидание и ее последствия пострашнее смерти. Человек наполняется химерами, часами не покидает общественный туалет, кричит на весь трамвай, и однажды его глаза зарастают птичьи роговицы. Правильное ожидание, когда ты цел, с улыбкой рассматриваешь балконы, варишь кофе, гуляешь и спишь. Созерцание на балконе, в кресле, на стуле, лежаке, с кофе и сигаретой, без кофе и сигареты – это особое занятие батумцев, сакральная часть их жизни. А сами балконы – неотъемлемый элемент городской эстетики и архитектуры. Многие жители говорят, что самым красивым Батуми был 60-е и 70-е годы. Белый город с пальмами, гранатами и ливанскими кедрами. Во время же Саакашвили Батуми превратился в грузинский Лас-Вегас или в некий воображариум доктора Парнаса, в котором кто-то видит сюрреалистические здания, создающие сказочную, необычайно оригинальную атмосферу города, а кто-то – приманку для туристов – казино, гостиницы, бары и рестораны. Батуми из рода городов, таких как Петербург или Венеция, которые либо сразу тебя обнимают и становятся частью сердца, либо остаются в сезонной коллекции фотоснимков у памятников и фонтанов. Екатерина Кожухарь, Ираклий Качишвили, Амико Кавторадзе, Мамука Клонти, «Ведомости».